На совещании главы Одинцовского округа, секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Иванова обсудили ход строительства трех важнейших объектов. Представители подрядных организаций доложили о темпах работ, количестве рабочих и техники, а также озвучили существующую проблематику при строительстве школ в Немчиновке, Горках Вторых и пристройке к 8-й школе в Одинцове. На строительстве школы на 550 учащихся в поселке Горки-2 задействованы 48 человек и 3 единицы техники. Идут работы по выносу и обустройству наружных сетей связи и канализации, возведению стен и колонн ниже нулевой отметки. Выполнено уже 8% работ. Сдача намечена на третий квартал 2024 года. На площадке, где возводится школа на 550 мест в Немчиновке, строительная готовность составляет 15%. Идет обустройство фундаментов, наружных сетей водоснабжения и водоотведения. В текущих процессах задействовано 59 рабочих и 3 единицы техники. На месте строительства пристройки к Одинцовской школе номер 8 монтируют колонны и плиты перекрытия, выполняется укладка фундаментных блоков, идет вынос тепловых сетей и прокладка наружных сетей электроснабжения. Строительная готовность объекта 16%. Срок сдачи – третий квартал 2023 года. Партийный мониторинг проведения работ осуществляется в рамках реализации проекта «Новая школа». Каждый из этих объектов находится на нашем особом контроле, подчеркнул Андрей Иванов. Подрядчикам, которые возводят социальные объекты, предъявляем максимальные требования.